В Камеруне отпущены из плена двое итальянских священников и канадская монахиня. На борту военного самолета их доставили в аэропорт Маруа на севере страны, а затем в столицу Яунде. Итальянские священники затем отправились в Рим. Священники и монахиня были захвачены в плен в начале апреля на севере Камеруна и переправлены в соседнюю Нигерию. Ни одна из экстремистских группировок ответственность за похищение на себя так и не взяла. В ноябре прошлого года они похитили в этом же регионе французского священника.